Приветствую всех! В игрушке под названием Fit and Grow Fish, и только самые быстрые крутые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Отлично, ну а сегодня мы будем играть в режим выживания за окуня. Вот он, в принципе, посерединке у нас находится. Как вы понимаете, это пока что режим сложности легкий. То есть тот режим, на котором мы играли за щуку. Вот у нас как раз таки непосредственно есть достижение. Ну что же, давайте тогда приступать выживать за нашего окуня. Ну и в принципе все, друзья, начинается так же, как и на щуке. У нас имеется вот такое яичко, и потом рождается с нее вот такой малыш-малек. Ну что же, давайте тогда сейчас будем приступать сразу же искать какую-нибудь еду. Это, естественно, улиточек, червячков и вот таких жучков. И также, друзья, взгляните, какие у нас тут параметры имеются, что нам надо делать. А нам надо отложить 3 яичка и слопать 10 бликов. То есть очень-очень легкие почему-то у нас параметры тут стоят. Я, конечно, не знаю, почему нам надо просто выкладывать яйца свои, а не выращивать их. Это, конечно, друзья, как-то странненько. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, мне только это на плюс, потому что меньше дел надо будет делать, и больше все-таки будет шансов того, что мы быстрее получим эту, естественно, достягу. Так, блин, вот эти жучки, они бывают то спят как-то и вообще не шевелятся, то бывает вообще, друзья, вот как вот этот шустрый-шустрый, хрен их поймаешь потом. Так, все, отличненько, у нас уже имеется второй уровень, очень хорошо, давайте тогда сейчас я по максимуму наполню желудок, вот как раз-таки вот этими двумя улитками. Ну и в итоге откладываем, друзья, личиночку, освобождаем желудок. Как вы помните, основное правило выживания — это кушай и какай. В принципе, если его придерживаться и исполнять как можно быстрее, то мы, естественно, очень-очень быстро уже станем большими окушками. Так, ну что же, у нас опять, кстати, произошел спаун улиток, и в итоге, я думаю, сейчас мы даже, наверное, успеем получить третий уровень, даже без восстановления вот этого регена, потому что я сейчас думаю, если мы начнем откладывать личинку, у нас восстановится реген, потому что уже он довольно-таки покоребен. Так, ну давайте сразу сейчас будем это делать. Так, ага, смотрите, что за подстава-то, полосочка стала зелененькая. Блин, вот это, конечно, очень-очень даже мне не нравится. Так, ну все, давай, полосочка у нас беленькая, и ты будешь какать? Вот, все, отличненько, процесс пошел, и в итоге все, мы наконец-таки окушки. Кстати, у нас выпал в этой серии темный какой-то окунь, да? Надеюсь, это даже будет хороший знак, потому что в тот раз мы играли за темную щуку, и это было довольно-таки классно. Мы же все-таки смогли пройти тот режим. Значит, из-за окушка мы тоже сможем пройти. Нам сейчас самое главное — найти тех самых бликов, которые у нас стоят в миссии. Но где их найти, я пока что даже, друзья, не представляю. Не видел их ни разу, потому что я особо-то ими даже не увлекаюсь. Так, ну что же, где вы, блики? Это ты, блик? Нет, это не блик. Тут у нас, смотрите, тоже окушков очень-очень много. И один вот такой, даже два вот таких электрических угря. В принципе, я думаю, лучше нам отсюда валить, потому что угри довольно-таки сильные и опасные. Могут нас долбануть током, и в итоге все, друзья, пойдет на смарку. Так, ну что же, блики? Где же блики? Я вижу тут пираний. Пираньи, конечно, очень крутые, но я думаю, не стоит на них нападать. Я лучше сейчас попробую отсюда урвать куски мяса, хотя нет, друзья, лучше не буду, потому что там вот эта тигровая рыбешка, она очень-очень даже сильная. Так, это не те блики, которые нам нужны. Так, смотрите, вот такая тут стая есть, да? Так, нападаем, нападаем хотя бы на тебя. Так, отличненько, все, пошел процесс, друзья, пошел. Начинаю кушать бликов. И в итоге, думаю, сейчас один у нас уже точно будет. Главное, чтобы это оказался точно тот самый блик, который мне нужен. Так, ну сейчас, я думаю, через пару секунд мы уже это наконец-таки узнаем. Так, ну давай, быстрее, ну слопай его уже до конца. Тут что-то ты какой-то вообще слабенький окушок. Да, все, друзья, отличненько, это те самые блики, которые нам нужны. Значит, тогда сейчас мы будем активненько их тут кушать, благо их тут, ну, довольно-таки много, их тут вроде бы штук 5, наверное, да? То есть, в принципе, половину миссии можно уже сразу же выполнить. То есть, это, друзья, очень-очень даже неплохо. Остается нам, естественно, их всех слопать и не слопаться самому. Потому что бывает, друзья, когда ты лопаешь вот этих рыбешечек, отвлекаешься, естественно, ну, и сзади тебя приплывает какой-нибудь лосось, и в итоге лопает тебя. И ты такой думаешь, а почему все так? А почему взял меня лосось и слопал? А потому что надо было, друзья, естественно, смотреть в оба. Так, блин, ну куда ты все это хочешь удрать-то от меня? Блин, какой-то он слишком шустрый, друзья, да? Так, ладно, знаете, как я сейчас сделаю? Я сейчас вот этого блика оставлю, потом его слопаю. Хотя, стоп, серьезно? Я только что взял и проглотил. То есть я вас могу проглатывать? Неужели так все легко?
Я думал, друзья, надо его лопать. Смотрите, реально, я их могу просто тупо глотать. Вот это подстава. Я тут начинаю их тут лопать, разделывать, когда их могу просто проглотить. Вот это да, друзья. Ну, теперь хотя бы мы будем знать. И задача у нас реально прям слишком быстро упростилась. Это, конечно же, меня даже очень-очень сильно порадовало. Так, ну, а я тем самым временем выплываю вот в такую какую-то небольшую локацию. Тут у нас, кстати, довольно-таки пусто, что мне и на плюс, потому что я сейчас не хочу вообще ни с кем встречаться, ни с кем конфликтовать, потому что я все-таки хочу выполнить свою цель, а это слопать 6 еще бликов, ну и, естественно, отложить яички. Их мне надо отложить 3 штучки. Так, ну что же, тут у нас есть кто-нибудь? Ага, окушок. И бличи. Отличненько, друзья. Это прям вообще золотая нажива. Давайте тогда сейчас мы вот так сделаем. Так, бличи, ну давай, господи. Блин, какие-то они слишком тут быстрые. Оп. Нет, друзья, не проглотил, к сожалению. Но сейчас-то проглотил. Да, отличненько. Блин, смотрите, а у меня вот этот окушок. Это мой конкурент, можно сказать, да? Потому что он глотает их. Уже, наверное, штучки 4 проглотил. А я только одного проглотил здесь. Вот, все, отличненько, 2 проглотил. Давайте тогда сейчас мы освободим наш желудок, потому что он у нас уже довольно-таки забит. И в итоге смотрим еще бликов. Есть где-нибудь тут блики? Окушок. Вот ты тут уже мастер в этих долинах. Может быть, ты знаешь, есть тут блики или нету? О, смотрите, кстати, мы с ним можем даже спариться. Давайте тогда сейчас мы сразу, наверное, это все-таки и сделаем. Так, давай. Дружимся. Ну и... Будут яички или нет? Смотрите, друзья, что-то мы слишком долго это все-таки делали, но, наконец-таки, яички у нас имеются. Осталось их, естественно, отложить и найти бликов, да, потому что бликов что-то я вообще совсем тут не вижу, куда-то они все делись. Ну, зато вижу тут вот таких речных креветок, да, сейчас мы их чуть-чуть покушаем. Ну, и я думаю, нам надо, друзья, плыть еще куда-то в другое место, потому что тут у нас уже застой. Ни бликов, никого нету, нам надо, естественно, еще и питаться для того, чтобы дать потомство. А потомство у нас должно быть. Поэтому мы, друзья, сейчас плывем вот сюда. Я так плыву аккуратненько, осторожненько, потому что боюсь насчет того, что могут меня тут вообще в любой момент слопать. Вот, допустим, из этого камешка как вылезет кто-нибудь, ну и в итоге будет вообще, друзья, капец. Но, в принципе, обошлось. И смотрите, друзья, какой джекпот. У нас тут опять блики, и в итоге, я думаю, сейчас мы тут как раз-таки и миссию выполним, и яички отложим, да, потому что тут у нас очень и очень много питательных веществ, которые и будут и нам полезны, то есть вот эти блики, ну и, естественно, малькам, потому что мальки будут кушать вот этих жучков и улиточек, которые тут у нас есть, ну и, естественно, потом даже будут бликов есть, когда вырастут. Но хотя, друзья, нам даже не надо об этом заботиться, потому что у нас задача не вырастить мальков, а просто отложить яички. Так, ну что же, где там еще один блик-то? Мне надо тебя слопать, потому что мне надо уже все-таки яички откладывать, а у меня очень и очень долго полосочка это копится, мне надо как-то все-таки побыстрее это дело сделать. Так, ну все, смотрите, у меня уже активировалось рождение. Сейчас мы тогда будем рождать наших малышей. Так, откладываю яички. Ну и в итоге все, у меня яйца уже, друзья, отложились. Но тут написано Defend Your Eggs. Может быть, нам надо их все-таки подождать, чтобы они уже вылупились. И может быть тогда, друзья, непосредственно у нас выполнится миссия. Ну давайте тогда сейчас мы, естественно, над этим понаблюдаем. Потому что сейчас у нас уже яички в процессе развития. В принципе, можно даже, друзья, прям реально в таймлапсе посмотреть, как они будут развиваться. Ну и вот, друзья, мы выполнили нашу вторую выживалку. Отличненько. В принципе, за перча очень и очень даже было легко выживать, потому что тут цели довольно-таки легкие. Во-первых, я думал то, что блика можно только кушать, а его оказалось можно даже и проглатывать. Это уже нам просто колоссально облегчило игру, и плюс нам надо просто тупо отложить 3 яйца, и чтобы из этих яиц вылупились мальки. А дальше, что с ними будет, то и будет. То есть, у нас очень и очень легкие задачи были за нашего окуня, с которыми мы, естественно, справились на раз-два. Ну что же, если вам понравилось выживание за окуня и вы хотите следующее выживание либо же за блика, либо же за щуку, но уже на уровень сложнее, напишите обязательно об этом в комментарии, а также уточните все-таки, за кого именно вы хотите увидеть выживание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!